Друзья, всем привет, всем привет! Вы на канале «Пиротская жизнь». С вами красавец Нина, истеричка, муж Вован. Истеричка. Истеричка, Нина. Вот, да. У нас сегодня легкий ужин, исключительно салат и рыбка. Смотрите, какая у нас красивая рыбушка. Пипе ужин. У нас реально сегодня пипе. Смотрите, вот такая вот дорада красивая и салатик. В общем, давайте сделаем красивую заставку. В общем, всем приятного аппетита. Каждого по рыбке. И все. И салатик. Вот такой. Салат у нас греческий. Да. Он не с майонезом, просто сыр. В греческом зале. Уже началось? Нет. А что ты дергаешься? Ой, так. Так. С какой стороны здесь подлезть-то? Не знаю. Хочу сок выпить. Здесь не болюсь. Так, нет, нифига. Началось, да? Начинает. По-другому идти, по той схеме я планирую. Здесь просто сока полно. Как-то... Ладно, не буду пачкать, это бой сейчас уляп, застряпаюсь. Это вот жир из рыбки выделился. Ой, какая рыба, 1000 лет ели, да? Обожаю, просто обожаю. Она у нас настоялась, прям буквально отлазит от косточек. Кто любит рыбу? Так же, как я. Ставьте лайк. Сейчас смотри, я попа. Ну что, давай. За новый диван. Заказали новый диван. Кто еще нет? Пока еще нету, да, но скоро должны привезти. А что за него пить надо? Ну, а там потом привезут еще раз. Как говорится, был бы повод. И все. По-моему, ты немножко пересолил. Я. А? Нет. По-моему, да. Все нормально. Ну, все нормально. Ты правильно признаешь, что ты в чем-то накосячил. Никогда не признаю. У него всегда все хорошо. Да, попробуй. Нет, у тебя нормально, а у меня сок попал соленый. Вообще не раз пробовал, да, еще. Блин, очень вкусно, рыба. У тебя ничего не надо. Соль, перец, все. Я не понимаю, почему такой вам долго с ним возился. И сок ладный. Некоторые, кстати, потом добавляют. И салатик. Пардон. Чуть меня халат назад уехал. На жопу собрался. И поехал. Да. И салат гречки. Помидор, огурец. Красный лук. Перец балкарский. Маслинки. Сыр, масло, оливковое, соль. Все. Главное, сыр. Обалденно. Самый вкусный ужин. Ничего не надо. Ни макарон, ни картошки. Рыбка. Нежнейшая. То есть каждую косточку обсосать. Кстати, жирненькая такая. Попался. Нет, реально соль одна. Хрустит. Ты внутрь что ли добавил? Ты говорил, мне немножечко надо. Нет, короче, прям. Не собачья. Надо было сам делать. И реально одна соль, блин. Я же рыбу не можешь приготовить. Фу. Ты не можешь. Ну хрен ты ее натирал-то. Аж прям везде. Соль. Блин. Ты когда ты делал немножко, вот просто солил. Зачем так много солить? Вот, я взяла внутри. Ты же не поднимал и внутрь прям соль. Своими пальцами. Ну. Нифига.
Ну, Сеть, попробуй с блюшка. Сейчас. Влюбился, что ли? Зря его отвлекала. Пока он готовил. Как всегда, почему он косячил. Ну и чё? Косячный. Не надо. На свои есть. Солёные. Ну, мне нормально. Так всегда все нормально. Ты никогда не признаешь, что ты чем накосячил. Вот есть. Я тебе даже даю. Я тебе говорю серьезно. Тут у меня даже хрустел. Соль на зубах. Он меня все слышит, ребята. Сейчас скажут тебе, напишут. Что неправильно приготовил? Солить чуть-чуть надо. Солить чуть-чуть. Рыба, она морская. Не так соленая. Это морской рыбы, ничего не осталось. Во, даже сок вот здесь. Хочешь попробовать? Давай. На. Сок, да. Соленый? Да. Соленый? Признаешь? А вот это вот она вся такая. Нет. Да? А вот у меня вся такая. Капец, какая соленая. Что мне теперь делать? Так вот давиться, а потом весь вечер воду хлебать. Не знаю, мне какая-то попалась пресоленая. Признал, слава богу. Это будет до конца. Усираться. Ну, все идеально. Что с тобой? Влюбился? Может, у тебя любовь появилась? У меня нормальная рыба. А что думаешь, когда здесь солишь? У тебя всегда все нормально. Значит, мне попалась такая вот. Я прям выбрала, видать, себе. Пересоленную. Угу. Это она первая, которую ты делал. Одна соль. Просто вот рыбу посолить, поперчить. Как я определю? А у тебя как? У тебя нормально? Тоже сок соленый. Тоже сок соленый. Значит, это говорит о том, что ты пересолил. Ее надо было немножечко посолить, а не так, как ты прям натирал ее солью. А посмотрите предыдущий выпуск. Посмотрите предыдущий выпуск, где Вован готовил. Посмотрите, сколько соли он туда бахнул. А сейчас подтверждаю, что все хорошо. Она должна просолиться. Да, да, соль только в брюхо. Нахрена в брюхо соль пихать? Нахрена? Ты же там ничего не ешь все равно. Короче, если раз рыбу ягодную делаю. Такую хорошую, дорогую рыбу, блин, испортила. Угу. Что, она вся ты соленая? Вся она соленая. Сок вот этот вот весь соленый, а он, соответственно, весь его пропитал. Нет. Да. Ну, попробуем, нет. Нормально. Ну, понятное дело, что где-нибудь со спинки она нормальная. Не, вот, я все съел. Не пересоленый, ничего. У тебя всегда все идеально. Никогда не понимаешь. Ну, что даже давал, пробуй. Короче, я прошу, пожалуйста. Я не очень люблю сильно соленые. Вот не очень люблю. В следующий раз, пожалуйста, поменьше соли, ладно? Соль-то вредно. Если тебе не хватает, возьми, он посоли себе лично. Даже вот в ресторанах тебе тот же самый Юлик, он же тебя загасил бы. Сказал, так конечно. В ресторанах всегда не досаливают. В ресторанах вообще не соль. Вот.
каждый досаливает. Она вкусная, но пересоленная. Понимаешь? Вот так вот. Портился повар. Пора менять. Старый уже стал. Чего не видит, чего не слышит. Забывает. Должен быть на автомате. Слушайте, классно, кстати, рыбу делают. Они жарят на гриле. Обалденно получается. Но мне нравится запеченная. Вот это более нежная. Получается. И более полезная. Чуть после KFC даже есть особо не хочется. Чисто по рыбке. И салатик. Пепе-салат. Пепе-ужин. Да. Да верю я тебе, ну, Вова, ну, что ты мне гонишь? Ну, я тебе верю, я тебе говорю, ну, вот, присолил-то, в брюхо очень много нафихачил. Все. Вот я тоже брюх соль пихал. Говорю, в прошлый раз, когда ты делал, ты вот в брюхо и немножко прям. А в этот раз как прям от души. Понимаешь? А лучше ты немножко. У меня так что-то казать постоянно. Просто говоришь, ты влюбился. Нифига. Я у тебя влюблю, тебя с позором выгнал с кухни. Да, 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 конечно. Как? Что ты все пересолил. Увы и ах. Вот так. Ты взялся за мной, он проманипулировал. Главное, так это, мастерски. Взял такой сегодня. Сделал вот именно, сказал тот диван, который он хотел. Подвел меня к этому. Вообще, нехороший человек. Я подвел? А да. Я другой хотел диван. Я тебя отводил туда. Ага. А в итоге ты показал поглядела, самый красивый. Ты, блин, поглядела, сказал, тот, говорит, лучше. Ну, не знаю, что мне прям сразу запал. Я увидел в том виде, в котором он будет у нас. Понимаешь? А тот диван я чисто только представляла. И все. Я посидела, поюзала, посмотрела. Не знаю, мне кажется, я правильно. Мне кажется, мы правильно все-таки решили. Мы, я. Мы, я, они. Вот только и кажется, что я решение принимаю. На самом деле, вон кто решение принимает. Угу. Он меня просто к этому подводит. Манипулирует мне. На мозги капает, 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 капает. Я? Да. А ты мне про эту фирму там сделал, пардон. Чего? Ничего. Он тебе просто показал, что диванчик такой же, как там. Ну, блин, он оказался дороже. В принципе, плюс-минус одинаковые. Плюс-минус одинаковые. Не знаю.
Ладно, заказали, сказали, все. И мы подбирать, что ты годами. Тем более, мне с моим характером, когда не могу определиться, очень сложно все выбрать. А сидела, что-то думала, если ты подушку взять цветной, не цветной. Стала рисковать. А вдруг мне... Вот сегодня мне нравится синий, завтра я хочу зеленый. А послезавтра я хочу розовый. Такой себе. Закажешь розовый и чё? Как девчачья комната получится. Синий закажешь. Тоже. Синий, кстати, такой нейтральный цвет, да? Вот с этой стороны, кстати, рыба нормальная. А с этой прям совсем соленая была. Так локально ее пересолю. Прям от души рыба так наел. Давай хотел. В общем, будем ходить. Теперь если увидим акцию, просто берем рыбку и это... Морозил. Прилипло. А как всегда. Все, в принципе... Диван мы сказали, шкаф мы сказали, телек уже висит. Что там? Думали, надо ли нам пуф. А не знаю, надо, не надо. В принципе, зачем? Чисто ножки вам он уставить. И все. Его вот ценность будет только в этом. Чтобы вам на ножки вытягивать. Табуретку возьмешь. Это мне? Тебе глава. Ты их любишь есть. Угу. Присолено все равно? Конечно, как же. Специально сейчас сбегал по супу. Ты можешь. И ножки даже, кстати, проверили. 15 сантиметров. То есть там робот-пылесос пройдет отлично. Кстати, на некоторых сегодня диванах видео прям подписано. Ножки там столько-то, столько-то. Пройдет робот-пылесос. То есть это прям тренд сейчас такой. Понимаете? Люди приходят и выбирают. Вот проходил робот-пылесос. А тут за этим диваном-то. Вот его как поставили, так и все. Ну, скажем, тот не пройдет. Давай. Помнишь, был мощь? Не, у меня не все были такие. А все одинаковые? Нет. У них высота разная. Да? Особенно те, которые с лидаром. Угу. Что, хочешь сказать, тот бы не прошел? Нет. Не знаю. Классический пройдет. У него высота без лидара. Ну. 9,8. Плюс лидар. То есть где-то почти 11. У нас 15. Ну. То есть, в принципе, должен вылетать. Ну, не знаю, не знаю. Вот рыба, она и в Африке рыба. А что, что вам пересолю, все равно вкусно. Первый. Честь. Марлезонского балета. Вилку. Теперь буду сидеть, гипнотизировать мой салат. Ты наелся или нет? Аж пипе ужин. Аж пипе.
какой настоящий мужик нам, блин, ест пипе. А что тут? Что тут, мало, что ли? Целая рыбина. Ну, мясо 300 надо. 300 грамм. 300 грамм рыбы. Жирное такое. С хрустящей корочкой. Она что, не жирная? Рыбы нет. На. Да. Убери, да? Забирай. На твои головы покуришь. Что тут такое, да? Угу. А все равно есть так она. Расточительно. Что остается? Ну, вот эти вот штучки, что ты думаешь? Невкусные. Это щечки. Щечки, да. Ты гнешь. Да, у тебя, кстати, менее соленая. Это вторая была. Угу. Подсунул мне. Я? Ты? Ты сама выбрала. Я думаю, что у меня больше. Поэтому я ее выбрала. Я вкуснее. У тебя все вкуснее. Горьковатая. Как будто это пузырь лопнул или что-то такое. Нет. О чем? Вот просто так почистили. Mm-hmm. Что, когда чистили, задели, там было немножко и зеленое. Чтобы это убрать, я пытался солью хотя бы скрыть. Ага. Скалюки. А то все соленое. Ну, не горькое же. У меня да. А у тебя немножко горьковато. Не до конца убило, да? Угу. Короче, ладно. Буду сидеть ковыряться в голове. Всем хорошего настроения. Девочки, ПП ужин. Все. Чисто рыбка и салат. Увидимся в следующий выпуск. Пока-пока. Чё? Выключи.